Хочу рассказать о том, как у нас пишутся диссертации и осуществляется внедрение научных разработок. Однако зайду издалека, когда мне было 10 лет, посчастливилось мне подхватить одну инфекцию, последствия которой оставили меня инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Возможно, медики что-нибудь когда-нибудь придумают, но пока на этом фронте особыми успехами похвастаться не может никто. Пришлось мне, предварительно порыпавшись в обычной школе, 2 года перейти учиться в школу-интернат для инвалидов. В принципе, ничего страшного в этом нет, учился как все, школа была хорошая, сохранившая в себе преимущества советской системы образования. Конечно, было это давно, я выпустился в 2002 году, но все же. Теперь подхожу к сути своего рассказа. В 2009 я с отличием окончил психологический факультет одного из московских вузов. Сразу же поступил в аспирантуру, устроился на работу в университет и с головой окунулся в научную работу. Начиная с 3-го курса, я писал курсовые с расчетом использовать их материал для дипломной работы, а диплом писал с заделом на диссертацию, так что к тому времени, как я стал аспирантом, у меня был четкий план и набор пилотных исследований по теме. Тематика работы была мне близка, решил я исследовать личностные особенности людей с такой же патологией, как у меня. И вот здесь начинается самое интересное. Я столкнулся с тем, что преподаватели, мягко говоря, мало что понимают в том, что я исследовал. Однако это было бы полбеды. Беда началась, когда я обратился к директорам школ-интернатов, чтобы провести серьезные изыскания с их подопечными и совместными усилиями разработать методические пособия для более эффективного обучения и реабилитации детей. Сначала даже директор моей школы, не говоря уж об остальных, долго выяснял, зачем это надо, зачем это именно мне, и главное, что они со всего этого будут иметь. Год у меня ушел на все согласования и утряску формальностей. Сколько на это ушло моих нервов и личных средств, промолчу. В итоге из 3 школ мне удалось получить согласие только в 2, одна из которых в итоге потом все равно отказалась. Ну да ладно. Долго ли, коротко ли, а работа была закончена, результаты обсчитаны и интерпретированы. Пособия по реабилитации оказались никому не нужны, в принципе, хотя я готов был сдать их за свои деньги. Да хотя бы простую распечатку принести, чтобы по ней работать. Но нет. Позже сюрприз преподнесла родная Альма-Матер. Когда дело дошло до защиты, когда все было готово, меня отозвали в сторонку и тихонечко так сказали, что сбор диссертационного совета обойдется мне в 70 тысяч рублей за одно заседание, а потом надо будет еще отдариться и проставиться после защиты. Проведя несложные математические операции, я получил сумму, немного превышающую 500 000 рублей. Это при том, что в то время примерно за те же деньги можно было просто купить диссертацию под ключ. Это при том, что я учился на бюджетке и работал в университете, в котором только что кошки не знали о моей инвалидности. Короче говоря, психанул я и плюнул на работу, плюнул на защиту и ушел в бизнес. Открыл интернет-магазин. Не нужны стране научные кадры. Да и сама наука выродилась. Когда я еще абитуриентом поступал в вуз, я думал, что наука есть наука. А в итоге коллектив практически любого института — это банка с пауками, где все интригуют, а доминирующим желанием является делать поменьше, при этом получая побольше. Если зайти в электронный каталог диссертации Российской государственной библиотеки, от которой Ленинка, и ознакомиться с темами защищаемых работ по моей родной психологии, по лингвистике, по экономике, праву и прочему, волосы дыбом встают. Чего стоит тема работы «Различие личностных особенностей людей с разными знаками зодиака» или «Изучение специфических словесных конструктов на материале СМС-сообщений». Я намеренно искажаю оригинальные названия и не называю ни людей, ни учреждений, хотя, возможно, и стоило бы. Итог печален. Современная наука превратилась в околонаучные посиделки в погоне за наживой и регалиями.